Так, вот и тут выставим, ставим шкаф и сумолимся. Начинаем. Нужно подойти поближе. Этот будет ты на демон, вот этот демон райзер. Да, 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 это я. Это что там ГС? Нормальный ГС. Ну, короче, затанчим с тобой, да? Вдвоем-то? Ага. Ну, на Болтара надо еще кого-то, я так думаю. ДКшники есть у кого-то спектанка? Вам что-то я тоже не уверен там. Чем станы команды отмечают? Просто интересно. А чем мешают станы командиров? Мне нужна помощь. Из-за этого? А, понятно. Слишком далеко. Сейчас, погоди, погоди.
Мы подумаем. Слушай, давай я сразу на протопал тогда зайду, может, если ты сомневаешься в этом протопале. Прист, вон СТПР я писал. Нет.
Камушки кому раскидать? Цирк приехал. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мы, братья, гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриал. Но, боюсь, тут замешано и более много. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Слуги, обратите их в пепел! Жедом. Слуги, обратите их в пепел. Thank you.
рубиновое святилище пало. Ой, погоди, если на меня кидается метка, то я поворачиваю на рейд или я пробегаю сквозь босса? Окей, я сквозь босса тогда буду пробегать, а вы стойте на месте. Перед выходом, наверное. Во тьму заходить, Ордо. Два процента будет, скажи. Посланником смертокрыла. Остерегайтесь теней. Я пока не могу использовать эту способность.
пульте все думал. Ну, у меня вообще говен. Чего с ловкостью насчет-то? Ну, на холи пау, если на лов никому не надо, я бы забрал. Чего-чего, на холи пау там робит? Вот это. На что заходит? Да. Так, на вторую заходим. А чё с агро? Да мастерства у меня не фул, не хардкап. Я на стамину шмот одел, поэтому там парирование, наверное. С хардкапом мастерства там лучше. Что привело тебя сюда? А, кто Лока из рейда кикнул? Можно еще на секундочку, я забыл квест сдать в РСке. Он засранца. Добрый день.
Так. Уважаемые люди из гильдии, мне нужны танки и хилы. Танков ноль. На хилах самоклейка, я и еще кто-то. Танки нужны хорошие. Зайду на танка, на хилах, как там скажешь. Давай на танка сразу. Блоки вынь, ставьте шкаф. Бонафрит чё, сова, да? Сейчас опять волчат придется брать. Или нет? 4 слота плюсуйте, гильдия. Бабель, протопал есть? Конечно, есть. Так, все, танки есть, нормально. Сейчас еще хила, наверное, одного. Шпалка, хпал есть? Нет. Так, фул рейд. Чек на ФК, а то вот чат сразу буду набирать. Заходим в РК. Смоним всех. Тыкаем на смо.
Так, в БДК Поклонский синий тоже, синий не тоже в БДК спекайся и БГЛ в танк еще. Так, танки можете начать бить трэш. Хилы можете начать хилить их. Глядите сразу свободный танк пачкой патруля слева, которая. Ретрики, ваша задача сбивать стан, сбивать каст. Сум еще раз не будет, потому что уже бой. Тебя уже сумунили. Спасите! Я под этим деревом. Он же только что раз был. Мне нужна раз. Помощь. Можно синий будет в ДД, а то он вообще что-то не шарит. Даски, ты в РК? Напиши в гильдию. Я не понимаю просто твоей логики. Ты понимаешь, что такое ИПГП? Ты ливнул с рейда, что ли? А потом я начислил, да? Я тебя в таблице не вижу получения вот этого ИП. Или это, блядь, не то вообще? Вроде то, и ставил Этрик вот эти, блядь. Тебе не надо ИП, да? Я так понял, или чё? Если ты не будешь получать ИП, ты не сможешь получать шмотки никогда. Ты просто в рейды будешь ходить вагоном, так и будешь вагоном. Короче, у кого-то в таблице есть он с получением ИП, или все тоже видят, что он там не получил ИП? Гель в каске, фрешблот, кулаки, шпалка, кресты. Что делать, синий? Ну вон, мобы есть там. Ромбик там, кружок. Вон мобы далеко стоят, вон те два. Спекни его в ДД, лучше спекни его в ДД, я тебе серьезно говорю. Как у тебя ник? Кто мне это говорит? Это Багельф тебе сказал. Ну, подожди, пока нужно еще полтора. Я его знаю, поверь мне, спекни его в ДД. Я его очень хорошо знаю. А кто он такой вообще? Больше полугода назад он ходил таким же ДК. Вообще ничего не изменилось, ни чарок не прибавилось, ни сокетов, вообще ничего. Синий, как ты это прокомментируешь? Ты учился. Сейчас что ты делаешь? Ты играть умеешь в эту игру или нет? Thank you.
Даски, у тебя с головой все в порядке? Ты понимаешь, что такое ИПГП или нет? Нет, не понимает. ИПГП это аддон, который устанавливается в эту игру, чтобы смотреть на очки ИП, которые получаешь за рейд, за прохождение, ГП, которые получаешь за шмотки, либо за косяки. ИП делится на ГП и получается ПР, цифра, которая у людей, у которых она больше, они в первую очередь получают шмот. Теперь ты знаешь, что такое ИПГП? Теперь ты знаешь. Твоя задача — скачать этот аддон и посмотреть. Я тебе сейчас дам 500 ИП, а ты пока займись скачиванием аддона и установкой. Займись этим сейчас. А то ты будешь в неведении, так ничего не понимаешь, ничего не знаешь. Чтобы получить ЕП, нужно не ливать из группы, из рейда, в который ты прошел инст. Подождать, пока его начислят. Вот такая зеленая надпись в зеленом гильд-чате появится. Играйте. Во время каста взрывной волны надо давать стан, либо сало. Так, патруль мы вроде убили. Роги, ханты, будете снимать вступление. Дорогам не надо. Так, синий иней, ты знаешь, что такое ЛП? Синий иней, алло. Говори со мной. ЛП это ледяное прикосновение, это сокращение твоей способности. Это самая главная способность танка. Так, бафы смотрим. Дайте шкаф Локи. Сумнем паладина. Тыкайте в смог. Чё такое семейнее? Ты тролль какой-то или что? А, сейчас не танчил РС. Ну. Сейчас просто стоишь и смотришь, как второй БДК будет танчить. Просто стоишь и смотришь. Давай, чек на пул. Красная метка будет над головой, выбежишь из рейда в сторону. Поклонский, начинай. Дред, вот этот вар, принимай готовность. Вот как он сейчас танчит, вон тот поклонский танк. Ты вот так должен танчить. Ну, смотри, учись. Смотри за каждым его движением. Что он там прожимает? Сейчас появятся красные метки над головой. Нужно будет с ними выйти с рейда. Палы вместо коня, ауру от огня поставьте. Да, было бы весьма неплохо. Леон будет
Так, значит, синий ДК, слушай внимательно, что я тебе говорю. Сядь на коня. Надеюсь, ледяное прикосновение у тебя на панели на единичке, или на двойке, или на тройке. А то в другом случае тебе будет далеко дотягиваться. Сейчас на основе будет на боссе Поклонский. Значит, в синей инии твоя задача, вот вон тот босс там стоит, да, на холме. Нужно будет с него забрать копию. Вот сам босс, он останется на Поклонском, его не надо забирать. Ты заберешь с правого плеча босса, появится копия такого же, такой же босс. Она появляется на 66% и на 33%. Вот. Ты будешь забирать ту, которая на 66%. Значит, на коне ты для того, чтобы быстрее до него доехать. На второй копии будет Багельф. Если синий иней умрет, то Багельф будет на всех копиях. По хилам. Самоклейка сидишь всегда по на хилам. Так, чё? Сидишь всегда на. Вам танки нужны, нет? Нет, не нужны пока, подожди. Нет, не нужны пока, подожди. Не включай разговор, а то у тебя колонки. Так, бут сидишь на синем инии, короче. Блять, пристов, ой, хилов мало, короче. Что-то мне не верится, что мы захилим. Сейчас поставлю на голос. Цирк приехал. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Сильнее страдания. Нужно подойти поближе. Я пока не могу причинить это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу причинить это заклинание. Это заклинание еще не готово. Двое сильнее страдания. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но боюсь... Тинини, ты с другой стороны. Настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Слуги, обратите их в пепел! Ah.
Ишкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Поменяй боги эльфа с Нейкистом местами. Нейкист лучше во тьму пойдет. Сейчас, 20. Сюда. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. А мы получаем узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Да. Беги, малышка, беги! Будет 2% схожи, ладно. Чё диспел-то будет, ёбаный в рот, бегу 10 секунд, нах.
Мак, тебе зачем? Нет. Нет, носит. Так, черт, кто к нам мейн рулит, да? Да, на мейн. Окей, все. Вот это что, это все на мейн кидали? Ключи. Сейчас я подожди, еще не включено. Слава, ты че, соло отнюх или? Не знаю. Ну че? Че включено, погоди, не начали. А я не знаю, там... Там что-то, вот я сейчас посмотрел, 8600 хпс какой-то, самоклейка вообще 3600. Что это было, я не знаю. Самоклейка два раза подъебало пришел. Два раза подъебало пришел сам. Самоклейка ТВРК. Ребят, если не сложно, скиньте, пожалуйста, ДПС лист. Да, босс. Самоклейка ТВРК. Ну, в смысле, пришел, он умер там или не умер? Что-то я смотрел. Он своим шагами шел, шел, шел и пришел ему под лицо. Два раза я видел. Вон кто-то пишет, что три даже. Угу, я понял. Самоклейка ТВРК? Мне что-то это не нравится. Ладно, самоклейка. Я в тебе разочарован. Ты творил какую-то хуйню. ДД-лист, кого сохранился, скиньте, пожалуйста. Включил аддон, чтобы не лагало. А ты кто? Давай я тебе просто скажу. Дред, вар. А, ты во тьме был? А, ты во тьме был? Да. А, тогда сорян, я в свету просто. Я в свету просто. Ага. Сейчас куда, ребят? ЦЛК. Обычка? Да, конечно. Да, конечно. А чё за целка? Всё, вижу. Зарядка.